Қазақ ұлттық аграрлық университеттің студентімін. Президент сайлау ол күрделі саяси оқиға. Ол біздің болашағымыз, яғни ол халықтың болашағы. Мен бала кезінен біздің елбасымызды ынтымақпен, тәуелсіздік кепілімен байланыстырамын. Сондықтан да мен біздің елбасымызға дауыс беремін және оны қолдаймын. Я студент Казахского национального аграрного университета. Ветеринарного факультета Воробьев Руслан, член ассамблеи, первой ассамблеи в Казахстане, студенческой ассамблеи. Как член студенческой ассамблеи, мы все студенты считаем, находясь под одним шанараком нашего университета, мы все считаем, что досрочные выборы в это время являются главной реализацией антикризисных мер. И мы все вместе, все наши студенты пойдем и будем голосовать за нашего президента. Сәлем, достар, мен Юсупова Наргиза, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші курс студентімін. Яғни достық ассамблеяның мүшесімін. Бүгін Қазақ елі дамыған елдердің бірі. Бұның бәрі жетістігіміз бәрінің президент арқасынан. Президентіме сенемін, яғни оған алдын ала өткізген сайлауға барып дауыс беремін. Я являюсь членом студенческой ассамблеи Достык и возглавляю ветеринарный факультет. Я всецело поддерживаю инициативу о досрочных выборах президента Республики Казахстан, так как в 2016 году у нас ожидаются выборы в парламенте и выборы президента Республики Казахстан. Так что я считаю, то, что это грамотный тактический ход. В прошлом году я был делегатом и удостоился чести побывать на 20-м съезде Ассамблеи народа Казахстана.
Я видел нашего президента, выслушал его идеи и всецело убежден, что благо и состояние нашего народа зависит только от него. Сәлеметсіздерме, мен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ветеринария факультетінің екінші курс студенті Махмадинова Гүлнұр. Біз осы үлкен шаңырақтың астында тату-тәтті білім алып жатырмыз. Біз мерзімнен бұрын президент сайлауын толықтай қолдай отырып, өз президентімізге дауыс береміз. Және біз өз президентімізді жақсы көреміз. Мы все знаем, какие экономические и геополитические отношения во всем мире, в том числе вокруг нашей страны. И я считаю, что на данный момент внеочередные выборы полностью сплотят и объединят нашу страну на новом этапе мирового развития. Думаю, что сейчас, как никогда раньше, мы должны полностью довериться нашему главе государства. А сам, как студент аграрного университета, я полностью поддерживаю инициативу о проведении досрочных выборов.